Я сегодня сидела и думала, вообще, какой у меня был насыщенный год. То есть я участвовала в холостяке, я переехала в другую страну, я познакомилась с нереальным количеством очень интересных новых людей. Живу сейчас на две страны. Вообще, 2021 год меня очень многому чему научил, потому что, начиная с холостяка, этот проект поменял мою жизнь. Я переехала в новый город, узнала новый город, я познакомилась с нереальным количеством людей, очень интересных людей, которые тоже меня многому чему научили. А сейчас я живу так и как в Москве, так и в Барселоне. И имея такую нестабильную жизнь, с одной стороны, это очень интересно, очень познавательно. Я никогда не устаю от никакого места, да, я всегда куда-то перемещаюсь. Ну, конечно, иногда это тоже бывает сложно, когда хочется какой-то стабильности, хочется там понимать, где твой дом и где ты будешь на следующей неделе.